14 сентября на спортивной трассе в деревне Скоротово пройдет открытое первенство по кроссу «Ершовская осень-2019». Мероприятие начнется в 11:00. Кроме того, в фойе Дома культуры «Полет» продолжит работать выставка «Дары подмосковной земли», которая продлится до 18 сентября. В Доме культуры поселка санатория имени Герцена представлены работы декоративного творчества «Сколько красок у осени».